Торговая сеть «Европа» предвосхищает потребности покупателей. Весна – период обновления природы. Люди также стремятся окружить себя уютом и чистотой. В Европе стартовала акция, по которой можно выгодно приобрести все необходимое для уборки. Наступает весна, люди начинают убираться в своих квартирах, загородных домах, на дачах. И торговая сеть «Европа» для своих любимых покупателей проводит акцию «Дни чистоты». Продлится она с 15 по 30 апреля. Товары, которые участвуют в акциях, это моющие, чистящие средства, товары для уборки. Со скидками до 50%. Стиральные порошки, кондиционеры, освежители воздуха, средства для очистки стекол и многое другое. Узнать акционный товар очень просто, по ярко-зеленому ценнику. Зашла за продуктами, а тут смотрю акции на бытовую химию. Надо брать, пока дают дешево. Вот и приобрела. Очень даже хорошая скидка. Почему бы и нет? Чистота в доме – залог здоровья. Приобрести товары со скидкой можно до 30 апреля в торговом центре «Европа», расположенном на проспекте Московском, 49. Артемий Маркелов, Евгений Седачев. События. Брянск.